Re, viss ēters ir te! В ночь на вторник переменная облачность. На юге-востоке страны возможны грозы. С утра в отдельных районах туман. Местами столбик термометра может опуститься до плюс 10. В Риге ночью осадков не ожидается. Ветер слабый, температура воздуха плюс 14, плюс 15. Во вторник днем возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер слабый, воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. В Риге переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха 23-24 градуса тепла.